дорогие друзья, в программе «Три сложных вопроса». И у нас сегодня привилегия познакомиться с человеком, который большую часть своей жизни знает Бога, который посвятил свою жизнь Богу, который видел необыкновенную историю преображения жизни людей, когда они узнавали своего Спасителя, своего Творца. У нас в гостях доктор Скотт Кэрролл, Руководитель проекта Россия и Библия, у него потрясающий проект, который он представляет в разных странах мира. И он считает, что священное писание оно само обладает громадной ценностью, громадной силой, которая привлекает души людей. А сейчас мы узнаем о его личном пути, о его личных уроках, о его личных ошибках, о его опыте общения с тем, кому он посвятил свою жизнь. Я так рада видеть вас здесь, у нас в программе, и я благодарна вам за вашу открытость и готовность поделиться вашей историей жизни. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы пережили встречу с Богом. С удовольствием. Я очень рад быть здесь с вами на ТБН. Я люблю Россию и русских людей, всех русскоязычных людей в разных странах мира. Я не был христианином до 18 лет. О семье я расскажу чуть позже. Я был спортсменом, я был чемпионом США по борьбе среди юниоров. Одним из моих бывших кумиров был тренер сборной России по борьбе. Я встречался с ним, он был четырехкратным олимпийским чемпионом. Совсем недавно он трагически погиб. Я готовился к Олимпиаде 80-го года, но наша страна бойкотировала ее, потому что она была э, в России. Меня пригласили в олимпийскую команду, но я так и не поехал из-за бойкота. Я был посвящен спорту. Спорт был моим идолом. Моя жизнь была безрассудной. Когда я был в колледже, другие спортсмены, которые были христианами, подошли ко мне и рассказали мне Евангелие. До этого я никогда не читал Библию. Когда они впервые детально рассказали мне об Иисусе и прощении грехов, я почувствовал глубокое облегчение. Думаю, Евангелие я слышал и раньше, но я всегда был чувствителен к нему несмотря на то, каким большим был мой грех. Конечно, я думал об этом, но никогда не размышлял об этом как-то полноценно и глубоко. Но этот случай как-то перевернул мою жизнь кардинально. Но в 18 лет я почувствовал, что если я приму прощение Иисуса, то я просто утону. Я чувствовал, что грех может раздавить меня. Я уверовал и в то самое время начал читать Библию. Тогда я впервые по-настоящему помолился. Я стал встречаться с другими христианами. Многие вещи изменились в моей жизни быстро другие медленно. Они все еще меняются медленно. Вот такой была история моего спасения. Если говорить о моей семье, то мы были римо-католиками. Многие католики слышали Евангелие в своих церквях, и в жизни они меняются. Я очень благодарен за свое католическое наследие там я узнал о Святой Троице, делах Иисуса и Его воскресении. Но все это не складывалось для меня в общую картину. После того, как я уверовал, я оглянулся назад и был очень благодарен за такое основание. Вот моя история. Вот как я пришел к вере в Иисуса. А сколько вам было лет, когда вы решили посвятить свою жизнь Господу? В каком возрасте? Мне было 18 лет. Какие вы увидели изменения? Расскажите, пожалуйста, что изменилось в вас, в вашем сердце? Люди, которые знали меня очень хорошо, увидели, как я изменился. Изменилась моя речь, мое поведение. Я стал более чувствителен к греху в моей жизни. Я читал Библию. И проводил время с другими христианами. Спорт стал для меня менее важным. До этого он был моим Богом. Эти вещи изменились довольно быстро. И я перестроился. Это было, конечно, не сразу. Вы продолжали быть спортсменом? Или же ваши интересы кардинально изменились? Что-то новое пришло в вашу жизнь? Да, они изменились довольно быстро. Многие спортсмены-христиане очень посвященные, но я решил выбрать другой путь и посвятил себя учебе и образованию так, как я когда-то был посвящен спорту. Это интересно. Принятие таких решений не было для вас болезненным? Если говорить о переменах в моем образе жизни, от спортсмена до студента, то решение было сложным. Я боролся с ним около трех лет, но потом все прошло. Все прошло. И я изменился. Замечательно. Задам вам еще один вопрос. Я хочу спросить нашего уважаемого гостя о важной части, о том, как принимать решения, на основе чего делать один из самых важных выборов в своей жизни. Мы сейчас узнаем больше о его семье, о его детях и о том, чему он учит своих детей, как выбрать правильного партнера в жизни. Мы с женой были друзьями с 16 лет. Наши дни рождения отделяет всего один день. Мы росли в одном городе. Она ходила в одну школу, я ходил в другую школу. Но в старших классах мы стали близкими друзьями. Когда я поступал в университет, у меня было два варианта университетов где были стипендии для спортсменов. И я выбрал тот, что был ближе к ее университету, надеясь, что наши отношения продолжат свое развитие. Так и получилось. И когда я стал христианином, она была первой, кому я рассказал об этом. Она сказала, что я сошел с ума и захотела, чтобы мы расстались. Мы расстались на несколько недель. Она была в другом городе. Я молился за нее и о том, чтобы она стала христианкой. Она не хотела меня слушать. Мой сосед по комнате тоже сказал, что я сошел с ума и переселился в другую комнату. В ее университете была какая-то группа, и она пошла к ним, чтобы расспросить о христианах, о том, как родиться свыше, и все эти базовые вопросы. Они дали ей какую-то литературу. Она читала ее снова и снова. И, наконец-то, Дух Святой открыл ее глаза и сердце, и она стала христианкой. Я каждый день, каждый день молился о ее спасении и просил Бога дать мне знак, спасена она или нет. Но никаких знаков не было. Затем она сама сказала, что стала христианкой. Это и стало знаком. Она сама сказала об этом. Да, да, нашим отношениям пришлось измениться. Мы были близкими друзьями. И нам пришлось учиться жить, как друзья. В 18 лет она стала христианкой. И с тех пор мы всю жизнь растем вместе. Это уже на протяжении 40 лет, вернее 42. Мы поженились, когда нам было 20. У нас были свои трудности и вызовы. Я наблюдала за женатыми парами. И молился о том, чтобы их жизнь была полна счастья. И у них не было проблем. Но проблемы случаются. И мы научились проходить их вместе. У нас хороший сильный брак. Но сильным он стал благодаря вызовам и трудностям, пройденным вместе. У нас сильный брак, и я уверен в нем. У нас четверо детей два мальчика и две девочки. Они так и родились. Мальчик-девочка, мальчик-девочка. Прекрасно. Да, старшему сыну 38. Он живет и работает в Чикаго. Старшей дочери 38. Она работает и живет в нашем городе. Затем идет сын, которому 28 лет. И дочь, которой 26. Сын живет во Флориде, а младшая дочь в Нью-Йорке. Младшая дочь отправилась в Нью-Йорк, чтобы быть балериной. У нее были травмы, и теперь она работает в сфере, связанной с фитнесом. Только один из наших детей находится в браке, и это наша старшая дочь. У нее трое детей. Как я уже говорил, они живут в нашем городе. Они еще маленькие, и это особенное время. Некоторые из наших детей следуют за Господом, а некоторые нет. Не думаю, что есть какие-то гарантии того, что из-за определенного воспитания ребенок будет следовать за Господом. Это, знаете, личный выбор. Конечно, мы растили их в церкви в Слове, и они видели наше личное свидетельство. Думаю, в каждом из них есть Слово Божье. У них есть воспоминания о важных вещах, которые были посеяны в их сердца. На данный момент трое из них стали сильнее в своем хождении с Богом. Но я знаю, что с каждым днем они все больше растут в вере и понимании благодати. Вы не перестаете быть родителями. Вначале вы воспитываете маленьких детей. Я уверен, что мы допускали ошибки. Если бы я мог вернуться назад, то постарался бы сделать это лучше. Но сейчас я воспитываю их на этом этапе их жизни. Я воспитываю их в 38 и в 26 и я стараюсь вносить в их жизнь истину, помогать и вдохновлять их, поощрять их и читать Библию. То же самое мы делаем и с нашими внуками. Скотт, я правильно понимаю, что одна из ваших дочерей — христианка, и именно она замужем? Правильно? Да. Да. Да, она христианка и она замужем за христианином. У них дети от пяти до одного года. Двое других наших детей тоже следуют за Господом, но по-своему. У одного ребенка пока с этим трудности. Какие конкретно, сложно об этом говорить. А как вы учили, наставляли вашу дочь, какого парня выбрать в мужья? Он же не был единственным парнем в ее окружении, насколько я понимаю. Но как выбрать правильного человека, с которым ты впоследствии будешь строить свою жизнь? В чем секрет? Об этом я тоже каждый день молюсь для тех, кто еще не в браке. Я молюсь, чтобы они встретили человека, который любит Господа, и который будет любить их и будет верным будет хорошим отцом или матерью, будет заботиться о них, и ему можно будет доверять. Мы постоянно молимся об этом. Так мы молимся за нашего зятя. Нашего зятя мы знали долгое время, и мы дали дочери благословение на этот брак. Мне кажется, что она вышла замуж за лучшего человека, чем ее мать. Мне кажется, что он лучше как муж и как отец. То есть вы дали свое благословение будущему и их отношений. Да, да. Но также мы молимся о наших внуках и даже об их детях. Мы хотим, чтобы у них было христианское наследие, и они были в христианской семье, чтобы они любили Господа и объединили свои жизни с правильными людьми. И не создавали себе проблемы, заключая брак с неверующим человеком. Это может быть очень и очень сложно. Возможно, многие зрители уже находятся в этой ситуации. Им нужно молиться, быть добрыми, ободрять своих супругов и рассказывать им о христианстве на своем личном примере. Но лучше начинать свой путь с человеком, с равной верой. И даже для мужчин, я думаю, что нет ничего плохого в том, когда женщина лидер. Мне кажется, что в России очень сильные женщины. Да, я правда так думаю, что в России сильные женщины. Поэтому ему нужно быть духовным и зрелым. Иметь отношения с Богом. Да, да. Спасибо за ваш ответ. Это прекрасно. В общем, можно сказать, что главная ваша молитва за будущих супругов ваших детей о том, чтобы они в первую очередь знали Бога, ходили в Его воле, чтили Его Слово и были послушны Слову Господа, правильно? Да, да, совершенно верно. В вашем случае вы не могли сделать того же с вашей женой, потому что она какое-то время не принимала Бога. Еще и она меня не хотела. So, you know, <laughs> так что тут все message. было с двух сторон. Yeah, yeah. Yeah. А если вы действительно живете по вере, то неверующим очень некомфортно рядом с вами. Конечно. А также вы считаете, что пара должна быть друзьями до того, как они решают пожениться. Я правильно вас понимаю? Да, очень важно, чтобы вы понимали друг друга. Многим парам сегодня помогают христианские психологи. Но в моем поколении в Соединенных Штатах, а мне 60 лет, люди вступали в брак очень молодыми. Я женился в 20. Сегодня люди женятся попозже. И очень важно знать своего супруга и быть друзьями. Но, наверное, не слишком долго, чтобы не захотелось дальнейшего развития и отношений в физическом плане. В этом вопросе уже помогает брак. Так что брак решает однозначно некоторые вопросы. Знаете, я считаю, что добрачное консультирование также помогает паре понять себя и понять будущие проблемы, а также мнение друг друга в разных ситуациях, в различных моментах и в таких вопросах, как, например, деньгах или о том, кто будет главным в той или иной сфере? Кто будет отвечать за тот или иной вопрос? Да, но все дело в том, что со временем вы меняетесь. Поэтому парам нужно приспосабливаться друг к другу. Во мне произошли серьезные изменения. И моей жене пришлось привыкнуть к этому. А мне пришлось привыкать к переменам в ней, чтобы мы могли остаться вместе. Прекрасно. Да, это так. Спасибо за ваш ответ. И третий наш вопрос будет таким. Как он, действительно, будучи спортсменом, имея страсть к спорту, к борьбе, к соревнованиям, имея этот круг общения, обучения, настолько радикально изменил свою жизнь и нашел себя в служении Богу. И что он посоветует тем людям, которые узнали Бога и пытаются переосмыслить через познание Его направление для себя и, может быть, для своих близких. Нам важно понимать, что когда Бог призывает нас к себе, у Него есть предназначение для нашей жизни. Это предназначение в том, чтобы благословлять Его всем тем, что Он нам дал, а также служить как церковным, так и не церковным людям. Для меня очень важно стало понимание о том, что Дух Святой дает нам дары. Иногда эти дары совпадают с нашим типом личности, нашим образованием и сильными сторонами. Иногда наше образование и сильные стороны дополняют этот дар. То есть бывает так, что они подходят друг к другу. И я призываю всех христиан, юных и пожилых, понять, что Бог дал каждому особые дары. В Библии говорится о дарах духа. Одни люди считают одни дары важнее других. Но все они важны. А еще я не уверен, является ли этот перечень даров в Библии полным. Возможно, это лишь короткий перечень. И есть еще много всего, но каждому из нас дано что-то конкретное. Я так не знаю, постоянны эти дары или нет. Возможно, они даются на мгновение. А потом забираются. Но как узнать, какие у вас дары? Во-первых, изучите перечень из Библии и поймете, что церковь похожа на тело. У тела есть разные части, но все они необходимы. Некоторые части на виду, другие нет, но все они работают вместе. И Бог хочет, чтобы мы со своим даром нашли свое место в теле, чтобы быть полезным. Поэтому я призываю вас узнать, какие это могут быть дары, молиться за них и увидеть, совпадают ли они с вашим характером и обучением, а также слушать советы других людей. Думаю, наши друзья, супруги и дети знают нас лучше, если мы считаем, что у нас есть дар, а они говорят «нет». Например, например, я приведу пример. Гостеприимство. У меня дар гостеприимства? Нет, у тебя его нет, поэтому я не приглашаю никого к себе. У меня нет дара гостеприимства. Я такой человек, который может быть один, а моя жена наоборот. То есть у нас противоположные дары, но мы также и уравновешиваем друг друга. Я бы спрашивал совета, изучал перечень даров, молился и просил бы Бога открыть мои глаза, чтобы помочь мне это понять. Я бы разобрался бы в том, как работает тело, и спрашивал совет у моих близких, а потом практиковался. Поймите, что Бог создал нас так, чтобы мы служили Ему здесь, и это огромное привилегия. Вы ведете телепередачу. Кто-то служитель, кто-то евангелист, кто-то убирает церковь, и он служит так же, как профессор или кто-то другой. И нам нужны все. Поэтому я считаю, что люди обретают огромную радость. Спасибо. А расскажите нам, какие у вас дары и как вы их обнаружили. Вы знали о своих дарах, когда были еще спортсменом, но как эти дары трансформировались со временем, и что они принесли в вашу жизнь, как Господь начал их использовать, и как вы служили этим людям? Ну что ж, когда я стал христианином, я очень хотел заниматься хоть чем-то, не для того, чтобы оплатить мой долг перед Богом, но чтобы показать Ему мою благодарность. Я был готов на все, но со временем направление моей жизни менялось, и возможности также. Я сделал то, что я только что советовал. Я молился о дарах и понял, что у меня есть дары для учебы и преподавания. Путь на котором я нахожусь сейчас, я никогда бы не выбрал сам. В притчах сказано, что вы делаете шаги, но Бог направляет ваш путь. Я начал шагать. Я занялся образованием. Я учился 10 лет и выучил 13 древних языков. Было очень сложно. Большинство из них я уже забыл. Я работаю лишь с некоторыми из них. Я руководил раскопками, преподавал в университетах. Через меня прошло около 30 тысяч студентов. Я работал с группой, которая занимается древними рукописями. Написал несколько книг. Но все это лишь академические достижения. А также хотел служить в церкви, достигать людей. Так у нас появилась переездная выставка Библии. Мы сотрудничаем с министерствами культуры, с музеями и библиотеками, и служим в своей церкви. Мы только что вернулись из Беларуси. Это было самое большое культурное событие в истории Беларуси. Выставку посетили 32 тысячи человек. А сейчас мы приехали в Санкт-Петербург на культурный форум. Мог ли представить это? Когда мне было 20 лет. Ни за что. Когда мне было 30, и я стал доктором наук, то думал, что всю жизнь проведу в классе. Но постепенно Бог направлял мой путь. Одни двери закрывались, другие открывались. И вот я здесь. Я считаю, что занимаюсь тем, к чему призывал меня Бог. Но я знал это с самого начала. Поэтому я призываю людей узнавать свои дары молиться об этом, советоваться с другими и двигаться вперед, чтобы видеть, что работает, mm -hmm. что Бог благословляет, и понимать, что одно важнее другого. Спасибо большое за, за откровенный и честный ответ, и за то, что он такой духовный, и за то, что вы действительно 40, больше 40 лет следуете за Богом в два раза больше, чем, больше, чем в два раза дольше, чем вы жили, не зная Бога, и эта жизнь приносит вам радость и удовлетворение. Я верю, что, друзья мои, если вы почерпнете для себя что-то полезное из того, чем поделился доктор Скотт, который прожил и проживает успешную жизнь с Богом, который действительно не ожидал, что Бог откроет перед ним весь мир в свои 18-20 лет, я верю, что каждый из вас может быть на этом удивительном, потрясающем пути открытий, Открытий жизни, открытий себя, открытий людей. В Писании говорит, что Бог нас призвал, чтобы мы познавали Его любовь в глубину, в высоту, широту и долготу. И именно это происходит в жизни доктора Скотта. Именно это будет происходить в вашей жизни, когда вы ставите перед собой главную цель познать то, кто вы в Боге и в своей жизни, в своем призвании. Спасибо вам большое. Будьте благословенны. Это программа ⁇ Три сложных вопроса ⁇